Кандидат в премьер-министр от оппозиционного движения «За спасение Родины» Вазгия Манукян считает подписанное 11 января в Москве трехстороннее заявление очередным позорным поражением Армении. Армения не получила от этой встречи никакого положительного результата. Азербайджан в очередной раз закрепил то, что хотел. Все это произошло из-за бездействия Никола Пашиняна. 11 января в Москве Алиев закрепил и заложил новую основу для реализации 9-го пункта, который имеет стратегическое значение для Азербайджана. Несомненно, в условиях премьерства Пашиняна результаты дальнейших переговоров по реализации этого пункта также полностью удовлетворят только Азербайджан, подчеркнул Манукян в заявлении, опубликованном на странице Движения за спасение Родины в Facebook. Как считает Манукян, московская трехсторонняя встреча и подписанное заявление еще раз доказали, что Никол Пашинян не в состоянии продвигать интересы Армении и армянского народа. Символ поражения должен уйти, иначе наши потери и унижения продолжатся, отметил он. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.